Почти 130 тысяч туристов посетили национальный парк «Земля леопарда» в прошлом году. В планах учреждения сейчас создание новых экотроп и маршрутов, обустройство мест размещения, улучшение существующих объектов. Перспективы развития на уникальной природной территории обсудили на совещании под руководством председателя правительства края. У нас сегодня рабочая поездка, и вы видели, что у нас разные министерства и ведомства участвуют в этой поездке. И самое главное – это социально-экономическое развитие Хасанского района. Так вот, наша первая была остановка – это национальный парк «Земля леопарда». И нам провели там экскурсию, видеоэкскурсию. Хочу сказать, что это очень востребовано, и в такой геометрической прогрессии растет количество туристов. Достаточно сказать, что их посетило уже 129 тысяч. И, конечно же, несмотря на то, что это федеральное учреждение, мы строим совместные планы, мы будем оказывать помощь. Кроме того, присутствующие обсудили дальнейшее обустройство дорог у границ нацпарка, а также выделение участка под создание информационного центра в селе Андреевка. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.